Не знаю, мне нравится, ребят. Вот правда. Ничего, как бы за эти деньги вообще. То есть салон, то есть там климат какой-никакой, место, он ничего не мешает. Едешь так, все культурненько. Сзади мой рейнджик там едет. Как бы, не знаю, машина нравится. Кстати, вот, не знаю, говорят, шумоизоляция. Ну, я бы не сказал, что она плохая. То есть, на две штуки почти он получилось полный бак. Так все симпатичненько, аккуратненько. Сиденье. Я кожу не хотел брать, потому что, ну, смысла нет. Тут не кожа. Удобно, не знаю, мне нравится, честно скажу, за эти деньги, то есть машина обошлась где-то 1 200 000. Не знаю. Черная там, это максимальная комплектация. Без допов. Допы сами будем ставить, потому что не хотели ждать там 2 месяца ждать, пока там. То есть, в принципе, как бы. Что хочу сказать. Пока вот тут, вот, да, то есть, конечно. Ни Хаммер, ни Рейндж Ровер. Даже так удобно, комфортно. Выбиралась из многих классов. Это машина для работы, как мотаться все время. То есть все, что нужно, необходимо. Машинки есть. Вот, ну, не знаю, мне очень нравится так прям вот этот монитор. Даже и колхозить ничего не хочу. Просто так симпатично, аккуратно сделан, то есть рамочка, все черный глянец, то есть, не знаю, ну, в принципе, пока нравится. Там сейчас покатаюсь, буду рассказывать, что да как, что делал с машиной, вообще, то есть по ходовке такая, то есть нормальная, пробивается, классно, то есть сейчас вот по ямочкам проехал, вот только забрал, буквально, сразу поехал, заправился 5-м, ну и пока все, сейчас буду дальше что-нибудь буду рассказывать, что еще найду. А, кстати, CarPlay есть тут. Рейнджик мой. Обошел меня на заправочке. Топим домой. Кстати, направо-налево фары подсвечивают. То есть удобно очень, когда во дворах там темно. То есть, пока много не разбирался, уже он 75 километров накатал. Сейчас домой никак не доедем. В общем, вот так вот в темноте. Классненько. Аккуратно. За эти деньги шикарно. Торчик, кстати, там CarPlay-чик надо посмотреть, еще не лазил, еще до конца не понял. Такие дела. Че, в общем, ребят, вот с момента покупки машины накатали 144 тысячи. Ничего плохого сказать не могу. Конечно, да, вот можно обесшумить арки, потому что если как вот дождь, грязь, все слышно. А так вот средний расход, в принципе, 7,2 показывает. Арочки можно обесшумить. Как бы, ну, это ну, так, на любителя. Для меня, как бы, это не особо, честно говоря, все равно. Так, ну, едется комфортно, классно. Руль такой в руке вообще бомбовский. Плотненький, такой толстый.
В общем, вот так вот. 145 тысяч сейчас домой доедем. Ой, фу, 145 километров накатал сегодня. Ну, собственно, для этого машина и была нужна. Ну что, все, машину поставили на учет, все, на следующий день поехали. Да, кстати, сзади на максималке идут эти, господи, дисковые тормоза, не барабан. Так, и еще, знаете, что хотел показать? Багажник. Удобно это сделали. Кстати, тут вот все четыре колеса лежат с завода. Ну, думаю, мне подарок сделали, резину подвели. Вот. То есть багажник достаточно такой нормальный. Защиту подарили, колеса. Ну, тут вообще монстр. Я не знаю, можно на ней на охоту ездить. Резины так много. И поставили шестерки, решетки. Подарок. Ну, короче, вот так. Скоро поставим еще диоды сюда, чтобы уже все было одинаково. Ну, еще много чего, только как бы, тут второй день уже 170 километров накатали. Пока нравится, как бы. Светлому. Салончик такой. Специально кожу не захотел, потому что, ну, какая тут кожа может быть. Кожи здесь не может быть. Не так. Ну, культурно, в общем. Мне нравится. Вот такие дела, мужики. Хотел белую, что-то мне на белую не везет. Хотел белую, получилось черную. Долго ждать не хочу. Так. Резину только поменяю, будет огонь. Вот еще. Вот купил диоды. Вот такие эти, в линзы. Не знаю, как там в туманке, какие в этой комплектации линзы идут. Аж 11, по-моему, разъем. Ну, тут лампочки уже стоят, диоды я уже поставил. Тут родные лампочки я брал в коробочку обратно. В общем, как ставить. Колеса выкручиваете до конца. В принципе, быстро. Вот эти три клипсочки. Раз, два, даже две. Снимаете. Вытаскиваете. С родной лучше снять. Резинка желтая. Ее сверх поставить. Сейчас покажу, что лучше. Дождь идет, правда. Ну, вот она я получился. Вот это вот. Так будет светить она, работать. Вверх тоже диодный. Здесь вот. Вот так вот, все бело, все беленькое. И верх, и низ, а то низ был желтый. Вот. И красота. Вода грязная, ну ничего. Мужики, ну вот видос, как это, они светят ночью. Вот видите, ровная линия, слепить никого не будет. То есть вот так как там выглядит. Сейчас покажу изнутри свет. Вот. Это без них, если ехать.
принципе, родные так светят, фары только грязные. Вот это. Ну, то есть... А бочку вот вообще как бы, ну, классно видно будет. Пушка, короче. Мне нравится. Ничего лишнего. А вот видите, как подсвечивает то, что, о чем я говорил. В одну сторону, то есть ты повернул, тебе подсветило. В другую сторону поворачиваешь руль. Вот я кручу. Ну, в другую. То есть тоже довольно-таки удобно. Не знаю, молодцы. Радарчик работает впереди.